Ежегодно в Кыргызстане связывают свои узы более 10 тысяч супружеских пар. Для придания торжественности свадебной церемонии в 1967 году в городе Фрунзе начал функционировать дворец бракосочетания. Первыми счастливчиками стали 10 пар, которые узаконили свои отношения под сводами дворца. За 53 года узаконили свое семейное счастье более 182 тысячи супружеских пар. В 1987 году на смену старому дворцу был возведен новый дворец бракосочетания. Сегодня это самый популярный ЗАГС Кыргызстана. Одним из главных атрибутов свадебных торжеств является мелодия. С конца 50-х годов неизменным сопровождением регистрации стал марш Мендельсона. Без этой мелодии невозможно представить себе самый счастливый день жизни. Прошло столетие, а свадебный марш не кажется кризисом жанра. В главном храме любви проводятся не только свадебные церемонии, но и чествование юбиляров супружеской жизни. Во дворце бракосочетания работает молодой творческий коллектив и создана атмосфера торжественности, внимательного и доброго отношения к людям. Двери всегда открыты для всех влюбленных.